встретила подружку. Yes. Old friend. A young woman, my old friend. She's not old, she's very young. But she's my old friend because we... Нашлась идея, куда и зачем я пойду. Я встретила подружку. Ага. А здесь я тоже покупаю хлеб. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Так, хлеб. Так, почем эти булочки? Yes! Oh, yes! Сегодня же воскресный маркет. Да-да-да-да-да. Что я вам забыла показать? Воскресный маркет. Ты сангла? Ты маси дормун санг? Дормуй на улице? Санг мэре? Hey, you show this? I go in the chicken shop. Yes. Вот. Моя подружка пошла покупать курицу. Видимо, она на выходные приехала к родителям. Так, поглазеем, чего у нас здесь есть. Ага, труселя. Труселя, панталоны. Обувь. Ну, здесь не бывает обуви больших размеров, потому что гуанцы маленькие. Гуанцы маленькие, женщины у них маленькие. И вся обувь у них китайского размера. Поэтому приходится носить мужскую обувь. Самая удачная обувь для сезона дождей вот эта, пластиковая. Все остальное, конечно, может выглядеть классно. Вот они. Нет, это все-таки дермантин. Нет, надо брать пластик, чистый пластик. Потому что этот дермантин все равно намокнет, будет обтираться, разрываться. То есть как бы во время сезона дождей все нитки ткани легко вырвутся. Лучше брать, еще раз говорю, самая лучшая обувь на сезон дождей. Чистый пластик. Угу. Ага, очень правильная и полезная вещь. Это на горячей подставке для газа. Они уже закрываются, потому что мы пришли сюда поздно. Они открываются рано-рано утром. Забыла, как этот фрукт называется. Очень полезный раздел. Вот этими цепями цепляют велосипеды, цепляют багаж в поезде. Нормальные ножницы, не те, которые безобразие, а ножницы, которыми можно пользоваться. Угу.
Печенюшечки, печенюшечки, печенюшечки. Арахис, но не сладкий. This is spicy. Yeah, this is salt. Okay. Я люблю sweet, я люблю сладкий арахис. Видите, все разбирают, уже все, у них маркет заканчивается. Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Нет, это не постельное, это просто тряпочки. Видите вот это? Это, скорее всего, генератор. Это, скорее всего, жилищный комплекс купил себе генератор на сезон дождей. Видите, какие? Какие тут кабели жесткие. Нет, написано трансформатор. Нет, походу, не генератор, трансформатор. Креатианс сервис. Фиг его знает, что это такое. Ладно, пошлите назад. Пошлите назад к маркету. Видите, как рыночек натягивают себе полиэтилены и торгуют. Сейчас все это сворачивают. Здесь торговали кукурузой. How much? How much? Mango. $400. How many pieces? 12 pieces. 12? 400? 450. 400 за 12. А Иринка рассказывала, что продают по 400 рупий за 2, не за 12, а за 20, за 24. То есть она мне фактически двойной прайс называет. Или может у нас здесь все такие богатые, что по 400 рупий покупают. Фурхандер, спасибо, не надо. Они что, думают, что фурхандеры тут дешевые? Я что-то не очень понимаю. Я не понимаю, почему они мне так радостно кричат «400». Я даже 200 считаю, что это дорого. Они мне говорят 400 и думают, что я должна этому радоваться. Меня искренне. Видите, вот тут уже закрылась торговля.
How much? Was 151 kilo. Huh? 151 kilogram. 151 kilogram. Сто пятьдесят один килограмм, а на один килограмм она выйдет два манго. How much? 150 kilo. How many piece for kaju? How many piece in kaju? I don't know. That depends how you take. If you take a small one, they will come. How much? Kaise? Kaise ka kahe? How much? 412 piece. Надо было съездить в Савардем. Надо было съездить в Савардем. Ага, тут цветочками торговали. Вы видите, в час. Во втором часу дня они все закрываются. Ну, а вот полиэтилены. Хай. Так. Хай. Вот она, вот эта вот сетка. Вот матовый полиэтилен. А вот сетки, кроме белой, есть желтая. Видите, вот тут вот бежевая сетка. А так в основном сетка вся зеленая. Ага. А там, значит, у нас торговали бытовой техникой. Ну, как она? Всякими дачными приспособами. Газонокосилки, пилы и так далее. Вот у нас Маргау Маркет. Не Маргау, Кипем Маркет. Кипем Сандей Маркет. То есть Сандей — это воскресный маркет. Сатудей — суббота, Сандей — воскресенье. Сандей Маркет. Сан — это солнце. То есть воскресенье у нас получается день солнца. Сандей. Ай. Так, я же хотела купить пасту и кофе. То есть мне не на маркет надо, мне надо в супермаркет.
Маркет – это рынок. Маркет – это рынок. Ага. Там арахисом, что ли, торгуют. Вот это вот крипфиш. То есть вот это вот мелкая-мелкая рыбка, вот этот малек, называется крипфиш. А вот это микрокреветки. Их покупают для приготовления фиш-карри. Эту крипфиш или эти креветки, их мелко-мелко смалывают и добавляют при приготовлении блюда. И получается вкус рыбы или вкус креветок. Получается вкус рыбы или вкус креветок. Я в свое время хотела купить вот это, а купила вот это. How much? That is quarter kilo. 250 gram, 200. 250 gram, 200. This is 120 quarter kilo. This is different? This is different. Дороговато. Эта штука, вот эти палочки, забыла, как они называются, но когда их добавляешь в воду... How much? 3. На 100 рупий 3. На 100 рупий 3. How much this? What? 1 килограмм 100 рупий. А, кстати, вот это финики. Вот так выглядят финики в незасушенном виде, в спелом виде. На 100 рупий 3. Если я так надолго задумалась,